Прелесть моих логов в том, что я неважно выгляжу. Я начинаю готовить. Стоит, я иду, поэтому не должен этого делать. О, Джесон! Привет, Джесон! Привет, Джесон! Привет! Чистая личико моего Джесона бесценна. Я уже сказала во влоге, что у меня ячмень. О, правда? Вот тут все окей. Правда? Хорошо. Что делаешь? Я тоже снимаю влог. А ты снимаешь? Где? Я только что поел и перешел в свою комнату. А, правда? Окей, логлино. Зачем я пришел? А, да. А это? Что это? Я пытался сегодня снимать студию со своим другом, где буду готовить. Поэтому я пойду за продуктами. Но они могут пропасть, так что я возьму с собой вещи типа соли. Сахар, петрушка, куриный бульон, вино для готовки. Вино. Голова закружилась? Ничего не поделаю. Пласт теста. Пожалуйста, пусть там будет лед. Как это называется? Пакет со льдом. Его нет. Я вроде бы его вложил сюда ранее, хотя... Вроде бы так и было. По-моему, я вложил его сюда. Почему я постоянно все выбрасываю? Ладно, хорошо. О, хорошо, я вижу себя. Как только я запечатаю... Пока, Хан. Я возьму сумку для камеры. Свою сумку. Еще возьму ингредиенты. Мне кажется, я просто гений. Положу их в эту коробку. Этот звук. Хорошо. Пока. Увидимся в студии. Я приехал. Друг, тебя не будет видно. Ты будешь выглядеть размытым. Я получил все необходимое. Сейчас. Давай сначала переоденемся. Да. Как это сделать? Подержать? Да. Снимай правильно. Ничего же, если футболка будет. Застегни все пуговицы. Кухня. Камера. Надо ее поставить. Как думаешь, фон красивый? Окей, пора достать тесто. А где оно лежит? Оно там, в холодильнике. Нам стоит протереть и сделать это тут? Нам нужно будет рассыпать муку. Теперь слишком много муки. Я слишком много его добавил. Это... Ой, впервые это делаю. Что ощущаешь? О, это просто... Это странно. Странное ощущение. Оно сворачивается. Нужно посыпать мукой. Этот размер подойдет, да? Если нет, я просто растяну. Теперь... Как ты это делаешь? Окей, после небольшой борьбы я добавил сыр камамбер и сделал это. Что теперь? Сейчас нам нужно сделать это. Ты был в моем влоге? Да, я бывал однажды. Что это было? Дженга. Будет нелегко разрезать, потому что оно слишком потаяло. Пора все собрать. Вот так. И теперь быстренько убираю. О, хорошо, хорошо. Номер один. Готовка — это прежде всего руки. Теперь. Это... Что это было? Что дальше?
Теперь нам нужно яйца. Вы должны быть очень умными, чтобы готовить. Понимаете, что я имею в виду? Конечно. Порядок и перемещение по кухне. Вы должны это все просчитывать. Серьезно. Провал. Нет, успех. Двух хватит? Я дурак! Он напортачил. Все окей. Такова жизнь. Выглядит неплохо. Хорошо, хорошо. 180. Хорошо, прогревайся. Креветки! Я не знал, что они маленькие. Когда их порезать? Эти креветки... Как их резать? Было бы неплохо кинуть их в блендер. Я слышал, если делать так, то они измельчатся. Не работает. Все окей, это же хобби. Можно и не идеально. Да. До тех пор, пока нравится. Мне нравится бит. О, он разлетается. Мне нравится бит. Мы делали подобное на выступлении. О, хорошо. Среднее. Если вы откусите, вся суть в текстуре. Где яйцо? Вы думали, я скажу это, но оно здесь. Я достиг того уровня, когда могу говорить, не думая. У меня немного не хватает мозгов. Джисон, это мембер команды. О, смотрите. Отлично, вот и он. Правда? Это потрясающе. Я хотел снять, но испугался. Я впервые жарю во фритюре. Это было долгое путешествие. Выглядит потрясающе. Хотя он немного развалился, пока я доставал. Yes. Пойдем купим пить. В этой одежде слишком жарко. О, столько мыть. Я люблю готовить, но... Как же трудно убрать все после. У камеры одна палочка. Одна палочка. Это моя кровать. Моя маска для сна. Я бы надел ее. И вот так уснул. Я бы надел AirPods. AirPods. Привет, Хенджин. О, ты вернулся. Да, привет. Здесь холодно. Куда идешь? Тут холодно, пойду оденусь. А, хорошо. Я лягу. Так удобнее. Буду вот так. Я не снимаю маску, потому что... Мне лень. Увлажнитель воздуха. Если вы посмотрите отсюда, то сможете увидеть вверх. Вот так.
Это прищепка. Не прищепка, а заколка. Если я включу вот так, будет светиться. Еще? Вот что есть. Это котенок. Он стоит рядом с увлажнителем. Он милый. И вон там. Он вон там. Вы знаете, что это? Это держатель. Если вы посмотрите на это. Это для времени, когда жарко. Жарко? Это чтобы согреть меня. Для живота. Грелка. Это кулинарная книга. Я не знаю почему, я объясняю с такого ракурса. Это детективный роман, который я недавно прочитал. Я не знаю, что это, о чем я. Умение завоевать сердце человека. Есть много способов, как это сделать. Один из таких будет... Где же это? Как быстро убедить занятого человека? Поздоровайся! Это был Хёнджин. О, что мне еще рассказать? Еще. Это зажим для волос. Я использую вот так. Мой влог. Как его закончить? Как мне его закончить, Хёнджин? Это был Лино. Перевод Another Name. Озвучила Кадза. Услышимся.